идет подготовка к испытаниям. Шнур, где питание? Телефона. В руках не лежало. Телеметрии. Что бросило, блин? Сейчас будем испытывать, на какое расстояние хватит передатчика с приемником. Блин, отсюда не получится. Почему? На, сумку вот. А как же теперь? Так, а зунг? А где у меня зунг? Блин. А сам телефон? Вот мы собрали. Стоит, ждет команды. Все, Саша поехал на испытание узнать, насколько по наземному будет. Аппаратуру всю. Вот еще передатчик стоит. Так, пока я ездил, всю машину запылил. Наталья сидела, охраняла, мы попилац. Бросила, правда, все. Оборудование отдельно валяется. Водичка рядом. Сама сидит отдельно. Skywater будем. Уокер. Ну я так и сказала. Уокер. Уокер, я сказала. Так, камеру включаю. Включай. Съемка пошла. Да. Со всех сторон съемка пошла. Все, пошла. И опять ветер начался сильнейший. Саша летит где-то над нами. Над нами прям, смотри. Я его не вижу. А, вот он над нами летит. Можно даже снять. 60 метров высота. Полетел в сторону дач. Да. Ты видишь их, Саш? Да. Ну ты далеко его все-таки не уводи, а. 60 метров. От нас 250? Да, 300, 320. Вон те дачи. Что, опять над нами где-то? У нас идет она. Саш, ты головой качаешь вместе с ним. Да. Ой. Так, сейчас ловлю опять самолет на камеру. Полетел в сторону города. На город иду, да. Thank you.
Сколько метров? 100 высота, 380 удаление. Ну ты хоть ориентируешься там в этих бачках-то? А что там, там все показ, куда лететь? Не, ну все равно. Вон дым с ферросплавного завода видно. А самолет уже не видно. Уже где-то над городом. Ветер поднялся, Саш, между прочим. Я вижу. Тебя там что, болтает или что? Нет, нормально. Господи. Ну и что, где ты там летишь хоть, скажи? Саш, ты далеко не улетай. Я разворачиваюсь. А где ты там, не видно тебе? Нет, а там над городом где? Дома какие-нибудь видишь? Да. Дома какие-нибудь видишь? Я развернулся уже. Сейчас будем стараться садить. Блин, далеко. Ой, мама родная. Ты тут стоишь, да? А мне что, не видно же? Ну все, закончилось. Эпопея. Снимала хоть камеры? Мамочки, все удалось. Неужели? Скайуокер. Чё? В принципе, я могу еще раз лететь. Очки одень. Я так кругами полетаю, посмотрим. А, ну давай. Так, наш папилас где-то летит. Наталья за ним секет. В очках. Прилетает над районом Малый.